такие же повадки знает, на что мы, и нюансы. Дело в том, что змеи в основном видят вибрации зрения все время. Не слышат ничего и обращают внимание только на вибрацию. Но зато они видят пятна, которые двигаются перед ними. Теплые пятна, да, они все теплые, поэтому они могут реагировать только на темные пятна, именно штаны на шошомы, на него шевелюра. И в данный момент как подсолнух или на солнышко поворачивается в ее сторону, чувствуя и вибрацию, и видя пятно, которое перед ними. Чем выше стоечка у змеи, тем больше она боится. Никто не бежит на наши шоумы, но, как видите, все стоят. В такой стойке змея может провести до 5 часов. Очень благородно. Именно так она будет приветствовать вас, если вы увидите в дикой природе. Ни в коем случае не нужно идти в сторону змеи, надо просто уходить от нее в сторону. Она вас пропустит и догонять вас не будет. Очень благородная змея. А сейчас наш шоумен покажет вам один опасный трюк. Во всем мире он называется «Поцелуй со смертью». Как вы уже догадались, он будет целовать одну из наших участниц. Привлекает внимание ногой, как видите. Она не обращает внимания на приближающиеся руки. Даже если она носом на них наткнется, она их не заметит. И вот он поцелует. Браво! Не оставим ни поцелуев, ни других участниц. Давайте еще одну поцелуем. Получилось, я сюда не вижу. Да. Браво! Кстати, что такое поцелуй? На самом деле опасный поцелуй не тем, что он целует одну девочку, а то, что рядом стоят девочки, которые могут приревновать и, к сожалению, укусить. Браво! Получилось. А теперь нашел выставлю капюшон у участниц. Капюшон образован ребрами шинами. Достаточно трудно сделать это одной рукой, но шоумен у нас опытный, все получилось, браво. Для остальных участников он оставит в руке. Для чего? Для того, чтобы показать нашим скептикам, которые утверждают, что у нас все неправдиво. И все змеи обезврежены, я отслежен, зубы выдраны. Специально для вас показывается, что все у нас честно. Ложка чистая, ей нуждаются ядовые каналы на кулаковые. Клыки, как иглы, полые внутри, являются просто продвижением яда. Надавливает на них, и яд выходит на ложку. А садить яд заранее не получается по той причине, что железы ядовитые, это видоизмененные железы слюнные. Яд вырабатывается постоянно. Причем, чем больше змея испугалась, тем больше яда у нее вырабатывается. Яд прозрачный, не имеет запаха и вкуса. Одной капли такого яда можно как убить 5-6 человек, так и вылечить, смотря как его используете. Можно его засушить, он кристаллизуется и сохраняет свои свойства на протяжении 40-50 лет. В дальнейшем можно его также так использовать для убийства, так и лечить. А сейчас нам с вами будет трогательный момент. Есть очень хорошая примета в Таиланде. Если потрогаете сиамскую кобру левой рукой, это к деньгам, правой рукой, здоровью. Трогайте теми руками, которые вам нужнее, то, что вам нужно. Можно двумя руками, только помните, что я в данный момент сама в шоке, она испугана. Это хорошо, когда все нормально. Поэтому аккуратно не сжимайте в нее, тихонечко потрогали ее. Вот кто трогает, обращайте внимание, какая у нее гладкая, приятная кожа. Это благодаря коллагену, который находится в ее коже, около 60% именно коллагена и, конечно же, подкожному жиру. Что? Именно благодаря этому трогаем жиру кожа здоровья и богатства. Всю свою жизнь она гладкая, для никаких морщин никогда не образует. Стареющий кобру никогда не увидит. Обратите внимание, какая она гладкая, приятная ночь. Ребят. Тебе понравилось? Многие сравнивают с любыми своими изделиями, кто с рулем, да, уже на руле кто-то с сумочкой, кто-то даже с соской своей. Я умею для детей. Продолжаем нашу участницу. Вам сейчас хочу потрогать. Вы не можете потрогать. Правой рукой это здоровье, левой деньгам. Конечно же, обеими.